Приветствую! Сегодня делаем разбор песни из репертуара Джо Дассена. Я попытался все сыграть на одной гитаре, играл с каподастром на первом ладу. И если вам будет интересно сыграть без каподастра, то есть вы его просто не ставите, и это все дело будете играть на полтона ниже. Итак, давайте я сыграю и все подробно разберем. Приступим! Итак, начинаем с аккорда фа минор септаккорд. Прижата вторая струна на четвертом, четвертая пятая на третьем. Играем от шестой до первой струны. Дальше си бемоль 6, первая четвертая на третьем и вторая на втором. Играем от пятой до первой. И до мажор, септаккорд, первая, третья, пятая на третьем ладу, четвертая на втором. От пятой до первой играем. И выходим на тему. Играем шестую и первую одновременно. Шестая открытая, первая на четвертом. Затем третья. Дальше открываем первую. Играем один, два. Затем ставим фа минор, то есть четвертую, пятую на третий лад. Сначала. Вот, играем 5, 4, 3, 4, 6, 4, 3, 2, 1. Сначала. Дальше. Играем четвертый лад первую. Дальше хаммер пул, третий, четвертый лад на первой. Затем пул на открытую, сбрасываем. И на до мажор септаккорд. Сначала. Итак, пришли на до мажор септаккорд. Барре на третьем ладу, вторая, четвертая на пятом. Играем пятую с первой одновременно, затем четвертая, вторая, вторую открываем, и в это время мы идем на аккорд такой, прижимаем четвертую на втором ладу и третью на третьем. Четвертую прижимаем указательным пальцем, третью безымянным. Играем 4, 3, 4. 5, пятую прижимаем на третьем ладу, еще раз. Дальше. Играем 5, 4, 3, 4, 2, 4, 3, 2. Давайте еще раз сначала с до мажора. Пять.
Дальше выходим на третью часть. Играем фа-мажор. Третья прижата на втором ладу. Больше ничего не прижимаем пока. Играем 6-3-2-1. Быстро одну за одной. Затем первую играем на втором ладу. Открываем, играем. Вторую на четвертом. Затем ставим такой аккорд сус 4, получается, третью, четвертую, пятую прижимаем тремя пальцами без указательного на третьем ладу. Еще раз. Вот в этом положении мы играем вторую и четвертую одновременно. Затем третья. Дальше убираем мизинец, играем третью на втором ладу, играем одновременно с пятой. Еще раз. Затем четвертая и шестая сразу. Сначала. Вот сыграли шестую, играем 6, 5, 4, 3. Потом третья мизинцем на третьем ладу. Четвертая и вторая. И выходим на четвертую часть. Играем, получается, си бемоль сус 4, то есть прижата вторая мизинцем на четвертом ладу, третья, четвертая на третьем. Играем 5-4-3-2, быстро одну за одной. Дальше убираем мизинец, играем вторую на втором ладу. Дальше открываем, играем вторую, закрываем, играем. Затем 4-3-4. Дальше 5-4-3-2-3-4 и шестая мизинцем на четвертом ладу. И выходим на фа диез мажор на пятую часть. Давайте попробуем медленно сначала сыграть до этого места. Пошли дальше. Играем фа диез мажор, барре на втором ладу, третья на третьем, четвертая, пятая на четвертом. Играем шестую вместе с второй, затем пять, затем три, четыре. Дальше три, два, три. Затем шестая. 3, 2, дальше 4, 3, 2, дальше играем слайдом из третьего на пятый лад, третью струну и на третий лад. Сначала. Дальше шестая часть, выходим на фа минор. Играем шестую с второй, пятая, потом три, четыре, дальше. Играем шесть, пять, четыре, три, пять, четыре, три, два, четыре, три, два, один. То есть смещаемся на одну струну вниз. Сначала.
Дальше выходим на седьмую часть. Итак, играем. У нас получается соль мажор. То есть баре ставим на третьем ладу, пятая на пятом. И четвертую мы ставим на шестой лад. Нам важно сейчас прижать четвертую и шестую. И затем уже пятая у нас играет. Играем шестую с четвертой одновременно. Затем пятая. Дальше открываем четвертую, играем. И здесь уже третья у нас играет на четвертом ладу. Дальше мизинец ставим на четвертую струну в аккорд, на пятый лад. Играем 5, 4, 5. Дальше 6, 3, 2. И первая играет на четвертом ладу два раза. Дальше хаммер-пул играем. Первая струна из баре на четвертый лад. И сбрасываем ее пулом на баре на третий лад. Еще раз. Затем вторая на шестом. И на подъем играем первую в баре. И на до мажор септаккорд играем пятую сразу в сильную долю. Еще раз. Вот, пришли на до мажор септаккорд, на восьмую часть, играем 5, 4, 3, 4, 2, 4, 3, 2. Дальше. Играем пятую и четвертую одновременно, пятая на третьем, четвертая на пятом, затем третья открытая, четвертая и третья открытая. Затем играем правой рукой все то же, только пятая у нас играет на седьмом. Еще раз до мажора септа. И дальше выходим снова на тему. Играем все дальше опять-таки до этого места. Играйте сколько вам захочется кругов, куплетов, и в самом завершении песни играем по фа минору от шестой до первой струны. Вот так. Давайте попробуем вторую часть медленно сначала сыграть. Вот все мы с вами и разобрали. Очень надеюсь, что доступно рассказал. Пробуйте, конечно, все должно у вас получиться. Желаю вам успехов. Спасибо. Пока.